Очевидно, что боеголовка была очень слабая, вот, потому что фасад здания не пострадал, разбиты только стекла. То есть такое впечатление, что это работали хулиганы из рогаток. Я здесь работаю, пришла на обед и не могу пройти, потому что все дороги перекрыты. Ну, страшно, но с завтрашнего дня будем работать на удаленке.